Всем привет, всем снова Денчик, сегодня мы записываем Black Mesa. Это, короче, ремейк первого Half-Life. И... ну, это ремейк первого Half-Life, как я и сказал. Это первая Half-Life переиздана на движке второй. Вот так вот. Ну что, новая игра. Первая глава прибытия. С утра встал, не выспался. Сейчас решил кофе бодриться. Я не надорвал. Но это так. Отлично. Ладно. Пока у нас там загрузка идет. Прогрузилась. Вот мясо. Нормально. Кстати, FPS 1000, ой, не, 120 вов. FPS тут с FPS какая-то хрень творится. 150 по форам. Черное место. Очень следовательский комплекс. Нью-Полис. Так, поставим субтитры. Сабы. Сабы вот здесь. Сабы. Применить, да. Система черной мезы. Этот автоматизированный поезд предоставлен для обеспечения безопасности и удобства сотрудников исследовательского центра черной. Мне сейчас сперва показалось, дверь кто-то открывает. Меза. Текущее время. А что, кстати, субтитры не русские? Так. А, испанский. Русский субтитры. Да. 8:47 утра. Температура вне комплекса 34 градуса. С ожидаемым увеличением до 41 градуса. В комплексе «Черная меза» постоянно поддерживается комфортная температура в 20 градусов. Погрузка. Этот поезд направляется из жилого комплекса уровня 3 в испытательные лаборатории сектора С. Если пунктом вашего назначения является зона повышенной безопасности за пределами сектора С, вам необходимо будет вернуться на центральную транспортную платформу в зоне 9. И сесть на поезд повышенной безопасности. Это ракета разрабатывается. Если вы еще не передали ваши идентификационные данные в биометрическую систему допуска по сетчатке глаза, вы обязаны сообщить об этом сотрудникам черной мезы, прежде чем вы будете допущены в защищенную ветку транспортной системы. Токсичности материалов, свободно хранящихся в помещениях черной мезы, курение и прием пищи в пределах транспортной системы запрещены. Во время поездки. Не пытайтесь открыть двери до полной остановки поезда на платформе станции. В случае чрезвычайной...
чрезвычайной ситуации оставайтесь на своих местах и ожидайте дальнейших инструкций. При необходимости покинуть поезд в первую очередь эвакуируются инвалиды. Пожалуйста, не приближайтесь к токоведущим путям и проследуйте на станцию экстренной помощи до прибытия аварийно-спасательных служб. Алёты тут какие-то, блин. Десятибурье начинается этим вечером в 19 часов на уровне 3. Образование. О полуфиналах для персонала будет сообщено отдельно по защищенному каналу. Помните, что от вашей физической подготовки зависит не только ваша жизнь. Научный сотрудник в должности. Безопасного и продуктивного рабочего дня. А тут уже ничего нет. Не, пока кофе допью. Доброе утро, Фримен. Привет. Вы опаздываете? Пошли, пошли. Знаете, Барни тут последнее время совсем не видно. Барни, который колхун? Видимо, досидел наконец в баре. Так, ну чё,
мы сюда идем. Ты отстриг свой конский хвостик. Предатель. А чё, у Фримана был хвостик? Ну, был вроде, походу. Я не помню, я не знаю. Я не играл в серию Half-Life. Немножко. Здравствуйте, мистер Фриман. У меня была куча сообщений для вас, но у нас упала система минут 20 назад, и я все еще пытаюсь найти файлы. Еще один неудачный день. Угу. В тестовой камере тоже были какие-то проблемы, но думаю, уже все в порядке. Меня просили убедиться, что вы отправитесь туда сразу, как наденете защитный костюм. Угу. Так, что? А, на Зе приближали. А, у меня же костюма нет. Сержант Долгрим. Что ты тут все еще делаешь? Браво. Кнопка. Ты ничего не сделаешь. Эй, случилось! Прекрати! Мой гороскоп был прав. Перестань, Гордон. Хочешь втянуть меня в неприятности? Да, я здесь. У нас тут произошел небольшой инцидент. Вас понял. Гордон! А чё вдруг у тебя бесот вышел и... и ты продолжил дальше... Бесот. Ха! Это как так-то? Бесот вылетел, и он продолжает в винде лазить. У меня когда бесот вылетает, у меня Windows перезагружается. Доброе утро, Фримен. Доброе утро. Недавно была утечка хладагента, но сейчас система защиты, кажется, работает. Состояние тепловой защиты с каждым разом становится все хуже. Трудно найти хороших помощников. Да, кстати, в выходные ты нам будешь нужен. Что? Но у меня есть свои планы. Ты всегда можешь приехать на следующий фестиваль. Черт! Да, ничего, не боись, ничего не случится. Хотя случится. Ой, вы только посмотрите. Ага. Фриман все-таки соизволил появиться сегодня на работе. Похоже, кто-то проспорил мне обед. Доброе утро, Фриман. Заткнись. Пиздец. Ладно. Доктор Уилсон, вызовите первый смотровой контейнер. Знаменательный день, а, Фриман? Ну, конечно. Доброе утро, Гордон. Да, здравствуйте. Все привет уже сегодня. Образец только что отправили в тестовую камеру. Понятно, понятно. Минуточку, Гордон. Чё минуточку? Чё-то не понял. Так, чё ты тут делаешь? Ты не видишь, я занят. Ок. Да-да. У меня скоро будет пицца с пепперони. Да, приятно подавиться. А-а-а. Так, чё? Может, позже, Гордон. Угу. Неразборчивое бормотание. А этот что-то тут... Жемен. Балаболит с кем-то. Так, чё тут? Всё ещё изучаешь палеоматематику? Понял немножко. Мы можем поговорить за обедом, Гордон. А здесь что у вас? Отойди от меня, Фримен. Чё все такие эти... Необщительные. Или заняты работой. Слишком заняты, походу. Доктор Пилар, доклад. Станция обработки функционирует на оптимальном уровне. Персонал какой-то необщительный немножко. Ну ладно. А, это я обратно иду. Фу, ё-моё. Так, суды. Суды. Ты живешь в прошлом. Своей научной карьерой я целиком обязан тому эксперименту. Ты думаешь, что простое его повторение принесет тебе признание?
Сосредоточься лучше на чем-нибудь новом. Он дело говорит. Но это больше, чем повторение. Уверяю вас. Это показатель того, насколько далеко наука продвинулась с момента первой публикации. Не говоря уже о возможности взглянуть на него с новой точки зрения. Я хочу сказать, что с помощью современных технологий я воссоздал. Хватит, больше не желая слышать ни слова из этого идиотизма. Не обращай на него внимания, но прими это к сведению. Ты и твоя приукрашенная переделка – полная чушь. Талант заключается в умении скрывать заимствования. Давайте-ка вернемся к работе. По крайней мере, попытаемся сделать вид, что заняты. Офицер безопасности Теннет. Отрабатывайте в офисный комплекс. Уровень 6. Зал. Гордон, не мешай мне. Они ждут тебя в тестовой камере. Я очень занят сейчас. Диван Максвелла. Здесь прохладно. Шубу одевай. Прохладно. Привет, доктор Кросс. У меня все под контролем, Гордон. Доктор Кросс немножко ошибся. Доктор Кросс. Телепат, блин. Так. Немножко мне сюда или нет? Офицер безопасности ТАТ. Доложитесь офисному комплексу. Уровень 6. Зал Б. Мне это не интересно, если, конечно, это не красный код бедствия. Сыканул кто-то. Только чё? Уполномоченный персонаж. Ой, персонал! Персонаж! Я уже написал, прочитал персонаж. Блин, стойте, да. Мистер Фриман. У меня четкий приказ. Не пропускать вас без защиты костюма. Блин. Ладно. Я ж забыл, одеть костюм надо. Где костюм? Не-не-не, мне не туда. Это точно. А мне сюда, может? Здесь костюм. Нет, не здесь. Это я обратно пришел. Да, я забыл уже, где находится костюм. Может, здесь? Да, угадал. С добрым утром! Ага. Привет! Угу, привет. Так, чё тут? Батюшки! Что за чёрт? Думаешь, сможешь починить заодно и торговый автомат, умник? По этому поводу все мозги прополучу. Лучше тебе стать атомом и расщепиться. Наверное, ты знаешь, что делаешь. А взять я не могу. Почему мы все должны носить эти смехотворные галстуки? Не знаю, может, ты... Контора такая у нас. Так, чё? А, сейчас. Где же чувак? Ну, слава богу. Мне так нужна туалетная бумага. Плиссированная хаки? Нелепость. А, вот, Фриман.
Добро пожаловать в защитный скафандр Марк 4 для работы в особо опасных условиях. Я помню, я носил в свое время защитный костюм. Музычку чуть-чуть убавлю. Конечно, тогда это была модель третьей версии. Интерфейс связи подключен. Пусть ваш день будет безопасным. Я бы на твоем месте двигал отсюда. Не стоит на это рассчитывать. В случае что, у вас просто будет больше работы. Послушай, я объясняю тебе это в последний раз. Если у вас возник вопрос, это не моя проблема. А, нет, интересно. Мне надо идти. Не туда идти. Не туда точно. Это сектор П. Я с нетерпением жду их анализа, а ты? Доктор Уиллис, доложитесь в лаборатории сверххолодных лазеров. Закрыто. Проходите, сэр. Угу. Сегодня твоя очередь тянуть лямку. Доктор Фримен. Гордон, лучше бы это было важно. Видимо, нет. А, закрыто, закрыто, везде что-то закрыто все. Сейчас подождите, выберу какой-то. Ну чё? Гордон, я занят. Смотришь на вентиль? Ок. Нам стоит использовать остаточную фотонную энергию, чтобы обеспечить контроль резонанса. Дважды проверьте углы пластин Брюстера и убедитесь, что суперлюминесцентные диоды защищены от оптической обратной связи. Любопытно. Акустооптические модуляторы снова барахлят. Уверяю вас, мы предусмотрели любые непредвиденные обстоятельства. Прикольные вещи. В чем дело, док? Фриман. А вот мусорить нельзя. Блин. Позже, Гордон.
Фримен, если другой инструмент тоже будет неисправен, то я не выдержу. Пожалуйста, расслабьтесь. Все могло быть гораздо, гораздо хуже. А, Гордон, вот ты где. Наконец-то вы присоединились к нам, док. Мы только что отправили образец в тестовую камеру. Мы разогнали антимасс-спектрометр до 105%. Так, ну чё? Рискованно, но нам нужна большая разрешающая способность. Мне надо туда. Администратор очень озабочен тем, что мы провели решающее исследование сегодняшнего образца. Полагаю, получить его было невероятно сложно. Они ждут вас, Гордон, в тестовой камере. Отлично, пойдем, я отведу тебя вниз. Хорошо, пошли. Илай был занят завершающей подготовкой для нового эксперимента. Приветствую, Илай. Доброе утро. Надеюсь, сегодня ты хорошо себя чувствуешь. Гордон, доброе утро. Рад, что ты здесь. Все эти изменения в последнюю минуту, это немного странно. Опа. О, ситуация неполадки, пацаны, неполадки. Да что за чертовщина происходит с нашим оборудованием? Оно изначально не должно было себя так повести. Нет ничего, с чем бы мы не смогли справиться сами, Илай. Иди, Гордон. Мы будем через минуту. Святой Беккерель, уровень радиации ну просто зашкаливает. Знаешь, это совсем не похоже на тот успех, который я мечтал студентам. Так. Я дважды кандидат наук и лауреат медали Эрстеда, но выполняю работу, которая больше подошла бы стажеру. Пожалуйста, ты делаешь здесь весьма важную работу. Серьезно? Нажми эту кнопку, иди сюда, нажми эту. Стой и смотри на экран. Иди назад, нажми другую кнопку еще раз. Остынь уже, ты перевозбудился. Не знаю, сколько еще смогу заниматься этой обезьяньей работой. Мне нужно больше времени на себя. Ха, не обманывай себя. Ты бы не знал, что делать со свободным временем, даже если бы оно у тебя было. Это уже слишком. Ой. Пойду посмотрю в отделе кадров, сколько дней отпуска я заработал за прошедшие 25 лет. Настало время сделать перерыв. А что ж так? Непременно. Но перед тем, как вы это сделаете, включите электронный умножитель и доложите показания микроканальных пластин. Да, мужик психует. Ну, не один он психует. Подожди, один... ну вот, сбил меня. Момент. Может, позже, Гордон. А, вот вы где. Вас все ищут. А вот и он. Боюсь, сегодня мы отклонимся от стандартной процедуры анализа, Гордон. Да, но на это есть серьезные причины. Это редчайшая возможность. Это самый чистый образец из всех нами виденных. И, возможно, самый нестабильный. Ну что вы, будем придерживаться стандартных процедур ведения, и все не будет знаю, хорошо. Не знаю, как ты можешь так говорить. Хотя я признаю, что вероятность каскадного резонанса крайне мала. Я просто не могу... Гордону не нужно все это выслушивать, он высоко квалифицированный специалист. Мы заверили администратора, что все будет в порядке. Да, ты прав, Гордон. Мы в тебе полностью уверены. Ладно, давай, пора уже его впустить. Ну что? Да, вот такая вот хреновина. Большая. Раз, два, три. Проверка. Кажется, все в порядке. Хорошо, Гордон.
Твой костюм должен обеспечить тебе комфорт в течение всего эксперимента. Образец будет доставлен тебе через пару мгновений. Теперь, если ты изволишь взобраться по лестнице и запустить роторы, мы сможем довести антимасс-спектрометр до 80% и удерживать, пока не прибудет контейнер. Запустил. Очень хорошо. Дальше мы продолжим сами. Включение включателей первого уровня через 3, 2, 1. Кажется, начинается предсказуемая фаза. Включатели второго уровня. Сейчас. Так, вот мы не знаем, сколько времени система сможет продержаться на такой нагрузке и сколько времени займет щиту. Пожалуйста, работай как можно быстрее. Заряд конденсаторов 105%. А, это, наверное, не проблема. Наверное. Но у меня тут небольшое отклонение от... А, нет, вернулась допустимые пределы. Действуем по прежней схеме. Нам только что сообщили, что образец готов, Фартер. Он вот-вот прибудет к тебе. Следи за системой доставки. Еще не пришел. А, вот он. Так, стандартное введение. Нестандартного образца. Выключаю. Считаю выключение. Выключайте. Не выключается. Не выключается. Осторожно! Да, убери лапы свои, чё пришло? Знатно так. Непредвиденные последствия. Так, надо настройки настроить. Клавиатура. Так, быстрое сохранение. F. Так, F. Так, изменить кнопку F5, быстрая загрузка F6 или F7, ну, F5 будет сохранен. Слушай, я
Я пытался предупредить их. Я никогда не думал, что увижу каскадный резонанс, не говоря уже о том, что создам его. Во имя кота Шрёдингера. Он живой. Гордон! Хвала Господу за этот костюм. Телефоны не работают. Не могу связаться ни с кем в комплексе. Выбирайся на поверхность. И сообщи кому-нибудь о том, что здесь произошло. Неизвестно еще, какие опасности нас ожидают. О, Боже! Что же вы хотели? Удивительно. Вы только на это гляньте. Нельзя терять время. Тебе понадобится моя помощь. Уверен, остальные ученые тебе помогут. И Бога ради, не снимай костюм, пока не выберешься. Слышишь? Я должен найти безопасное место для Айзека и должен найти свою семью. Да, лазер там лазером хреначит. Я бы там не про... Так, сюда. Воу-воу-воу-воу! Бежим! Внимание! Живой работы лифта... Сектора С. Воздержитесь от эксплуатации. Повсюду огонь. Воу-воу-воу. Нихрена себе. Оу, лазер, да. Блин. Меня кто-нибудь слышит? Ну что ж, ты хотя бы попытался. Нет, помогите! О, черт! Боже мой! Помогите! Спасите! Помогите мне кто-нибудь! Твою мать! Да. Не в то время вы решили покататься тут. Ладно, пошли. Эй! Что это вообще за твари, блин? И почему они в халатах ученых? Да хрен его знает. Зомбаки так. Понятно, валим отсюда. Я получил решение. Дома мне никто не поверит. Минус один, и черт его знает, сколько их там. Так, ну чё? И пошли. Это место в ужасном состоянии. Моя вина. Замри! Фильм будет из фантастического фильма.
как зомби. Ты хотя бы попытался. Хорошо, я прикрою тебя. Ни хрена себе. Ха, в яблочко. Следующий. Хорошо, попробую вызвать помощь. Тебе нужно наверх в административный офис. Там должен быть кто-то, кто сможет это исправить. Ответьте! Это сектор С. Аномальные материалы. У нас тут чрезвычайная ситуация. У нас красный код. Тут чрезвычайная ситуация. Возможно, биологическое заражение. Сектор С. Ублюдки, возьмите трубку. Маркировка. Разрыв обшивки. Ой-ой-ой.
Кто-то меня схватил. Я не могу. Нет. Слава богу. Слушай, я знаю, где можно достать оружие. Тут недалеко есть пост охраны. Возьми меня с собой, я открою тебе дверь. Отправляемся. Подожди, мы сможем договориться. Чудесно. Угу. О, безопасное место. Ну, относительно, по сравнению с другими. С меня хватит сегодня острых ощущений. Ну, ты можешь остаться, если хочешь. Не, я пойду дальше. Лапом горячей воды.
Гордон? Это ты? Это безопасно. Кто тут не обделается, конечно. Куда тебя подтащило тут? Чуть не понял, я нажимаю. Вот. F5. Все. Сохранено. Нормально. Все, наверное, на этом закончим. С вами был Денчик, всем хорошего настроения, всем пока-пока.